В целях поддержки молодежи в Павлодаре был проведен областной конкурс «Өздік маман». В состязании по 5 номинациям приняли участие молодые люди нашего региона в возрасте от 14 до 35 лет. Наша съемочная группа также смогла увидеть профессионализм специалистов. Конкурс проводился по 5 основным направлениям. Свое профессиональное мастерство продемонстрировали специалисты, освоившие профессии сварщика, повара, портного, кондитера и парикмахера. Один из кандидатов на победу мастерски сделала макияж, а другая сшила одежду в национальном стиле, чем удивила членов жюри. Участие в конкурсе могут принять специалисты из разных сфер. Они могут создавать изделия на основе казахской национальной одежды, могут сделать прическу или приготовить блюдо любой кухни. Камила Кирикбаева, жительница Павлодара, с детства увлекалась шитьем. На этом конкурсе девушка провела мастер-класс и рассказала, как изготовить национальные головные уборы. Сегодня я изготовила тахья, казахский национальный головной убор. Мне 22 года. Я поступила в колледж и выбрала специальность швеи. Мне нравилось шить с детства. Я очень рада, что есть возможность показать свой талант. В состязание приняли участие около 20 молодых людей. Из Железинского района приехала Айша Нажмиденова. Она занимается любимым делом, а вскоре оно станет ее профессией. Для жюри она приготовила национальное блюдо сырне. На самом деле профессия повара очень интересная. Это всегда необходимо. Я думаю, что это очень хорошая профессия, даже если ты работаешь только для семьи. Это профессия, которая вам нужна всегда, куда бы вы ни пошли. Молодые специалисты смогли комплексно продемонстрировать свою квалификацию. По итогам конкурса участники, признанные лучшими, были награждены благодарственными письмами, а главным призом стал телевизор. Евгения Мягченко, Герим Токпанказа, Айбек Газиз, Ертас Акпарат.